Добрый день, мои дорогие! Хочу показать вам реакцию роз на обработку первую профилактическую повредителя. Вот так себя чувствуют отлично мои розочки. Вот так выглядят великолепно росточки. Я провела уже обработку от сорняков, прополола, порыхлила, дала корешкам подышать. Вот так издалека выглядят кустики, пока без листиков, конечно, еще. Но скоро дождемся листвы. Дорогие мои, реакция роз на эту баковую смесь, которую я делала ранее, мне очень понравилась. Делала я ее в первый раз в этом году, а в прошлом году у меня другая была смесь. Вот, в принципе, результатом я очень довольна. Также хочется показать, что препараты от вредителей баковые, именно баковые смеси, хорошо работают и по лилейникам. Это лилейничек сортовой. В будущем, естественно, покажу, как цветет. Работает по лилиям. По лилиям также шикарно работает. Ирисы. Препаратом я работала 2 апреля, сегодня у нас 6 апреля. Вот так выглядят мои красавицы. Жду цветения. Вот это малышка Кардана из Леруа Мерлен, которую я оставила в грунте зимовать. Вот прекрасно себя чувствует. Ну что ж, дорогие мои, я показала вам, как реагируют мои розочки на баковую смесь. А меня результаты радуют. Здоровые, хорошие росточки. Посмотрим, как дальше они будут себя вести, как будут цвести. Ну, с вами пока прощаюсь. Всего доброго. До встречи на моем канале. Пока-пока.